родился в Москве 22 августа 1974 года в семье, не имеющей отношения к актерскому делу. Мать – повар, отец – слесарь-сантехник, по национальности татарин, по вероисповеданию мусульманин-суннит. После окончания школы поступил на юридический факультет МГУ. По предложению брата, работающего театральным критиком, решил пройти пробы на роли в спектакле «Кентервильское привидение», «Театр», «Современник», и после получения роли два сезона принимал участие в постановках данного спектакля. После прекращения обучения в МГУ поступил, когда Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, во время учебы в котором участвовал в съемках в рекламе, а также в эпизодической роли в фильме, снятом Никитой Михалковым, 1995, с 2009 года. Начиная с 8 по 16 сезона программы, ведет передачу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Заменив Михаила Пореченкова, в 2010 году стал лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Звездный дождь». Также в этом году снялся в сериале «Индус» вместе с индийской актрисой Панчхи Бора.